Привет, меня зовут Саша Малышев, я актер Челябинского театра «Кукол», и в эфире рубрика «Культ поход». Какой еще Малышев? Малышев, иди отсюда! Это не твоя рубрика! Иди отсюда, артист театра «Кукол». Иди, Погорелова. Это я, Эмилия Культурица, и это моя рубрика «Культ поход с Эмилией Культурицей». 31 января мы с вами отправимся на поиски музыкальных сокровищ. С кем? С Эмилией Культурицей, а не с Малышевым. Айда, Культурица, всей семьей. Малышев, а? Артист тоже мне. Бабахнем. По большому или по маленькому? Да и по большому, конечно. Правильно, концерт, потому что крупный, да. Большой будет. А что мы услышим с ребятишками, не только ребятишками? Ой, какую музыку? Очень хорошая музыка из мультфильмов «Аладдин», «Король лев», «Охотники за привидениями». Стоп! А я еще знаю, что будет одна секретная композиция, «Настоящее сокровище», да? Да, будет. Но это секрет. Это секрет, я так говорить об этом не буду. Обожаю. Самый лучший дирижер-интригант в филармонии. Да. Обожаю. Ну что, ладно, сдудимся, как говорится, сработаемся. Сдудимся. 45 человек как-то играют. Дорогая моя Эмилия. Ну скажи, как ты работаешь со мной? Прекрасно, я с нетерпением жду нашего предстоящего концерта. А тебе как, Эмилия? Ой, ты такой замечательный, ты такой хороший, ты такой талантливый. Да что ты про меня-то, ты про оркестр расскажи. Оркестр невероятный. Слушай, а давай еще посмотрим, все семьи, ребят, взрослые, а? Поддерживаю, Эмилия. Поддерживаю, приглашай. 31 января. Концертный зал Сергея Прокофьева, 12:00. А скажите, остались еще билетики на 31 января в 12 часов дня на концертную программу «В поисках музыкальных сокровищ» с Эмилией Культурицей? Остались, но очень мало. Друзья, поспешите, я очень-очень вас всех жду. Айда, Культурица, всей семьей.